На утро 17 февраля, согласно официальным данным, число погибших от нового коронавируса достигло 1770 человек в Китае. За прошедшие сутки умерли 105 человек, из них 100 в провинции Хубэй. Количество подтвержденных случаев заражения достигло отметки в 70 548, а 10 844 выписались из больниц, 1245 покинули палаты в прошедшее воскресенье. В мире же общее число заболевших – 71 331 человек, погибших – 1775, вылечилось – 10 927 человек. Случаи заражения зафиксированы в 29 странах мира. В китайской провинции Чжэнцзян официально запустили в производство лекарства, которое может помочь от коронавируса. Речь идет о препарате, который известен как фавипрвир или Авиган. Он получил в Китае одобрение на включение в список лекарств, которые могут быть эффективными. По словам ученых, может сыграть важную роль в лечении и профилактике заболевания. На фоне распространения по Поднебесной и миру коронавируса китайские власти решились на самую крайнюю меру. Зараженных нарушителей установленных порядков будут сажать в тюрьму и даже казнить. Среди пассажиров круизного лайнера Diamond Princess оказалось 44 американца. И в США они отправятся на специальном самолете на военные базы. До конца непонятный случай смерти от коронавируса зафиксировали в Тайване. 60-летний мужчина не контактировал с больными, не был в Китае или же Ухане, или просто в провинции Хубэй. Власти пытаются выяснить причины заражения. Спасибо за внимание. Ставьте лайк и не забудьте подписаться на канал Твои Новости, здесь всегда вас ждут самые горячие и свежие новости мира. Jungle.